Женское счастье или же магнитики от Крым-троллейбус. В преддверии Международного женского дня по улицам Симферополя будет ездить праздничный троллейбус, который бесплатно подвезет представительниц прекрасного пола. В салоне троллейбуса настоящий праздник. Плакаты с поздравлениями и шары. Звучат песни о любви и о весне, а входящим в салон пассажиркам вручают сувениры. Улыбку и хорошее настроение не может скрыть Дарья Щербакова. Это очень приятно. И мое настроение, которое с утра было достаточно грустным, сейчас поднялось. Поэтому большое спасибо. Под музыку незаметно пролетают остановки. Пассажиры забывают о делах и улыбаются. Приятно очень. Даже неожиданно, я бы сказала. Но мелочь, но приятно. Дам в эти праздничные дни в Симферополе бесплатно будет возить Сергей Петрещенко. Говорит, приятно работать, когда в салоне праздничная атмосфера. Женщины мило улыбаются и благодарят. Реагируют очень приятно, всем нравится это все. И самому даже приятнее, когда в салоне народ в хорошем настроении. Весенний транспорт будет курсировать по разным маршрутам в трех городах Крыма. Симферополе, Алуште и Ялте. По разным, чтобы все дамы могли воспользоваться со всех микрорайонов непосредственно и города Симферополя, где у нас есть троллейбусное движение, а также в Алуште и в Ялте, там, чтобы каждый мог воспользоваться правом проезда и получить соответствующее настроение праздничное в этот прекрасный день. Праздничные троллейбусы для дам будут работать 4 дня. Эдем Садиков, Дмитрий Низовой, телеканал «Милет».